Наталья Комарова встретилась с участниками социального конструктора «Югры». Он проходит в Ханты-Мансийске уже в третий раз. В этом году участниками форума стали 1300 социальных предпринимателей из 60 регионов России и 11 стран мира. Губернатор выступила в роли эксперта в сессии, которые посвятили трендам развития социального сектора экономики. Глава региона отметила, что лучшие практики «Югры» в этой сфере уже тиражируются по всей России. Например, округ стал одним из первых в стране, где появился реестр социальных предпринимателей. Сейчас в «Югре» их насчитывают около 800. Организаторы отмечают, что конструктор стал эффективной площадкой для масштабного диалога и совместного решения социальных проблем. Социальные инновации вот именно здесь становятся реальными. Именно здесь они подгоняются под тот формат, который дает возможность их масштабировать, использовать и еще лично еще и передавать эти возможности для других. Такой получился такая драйвер-формат для развития именно социальных проектов. Социальный предприниматель – это индикатор здоровости общества во многом. Он, с одной стороны, решает какую-то социальную проблему, с другой стороны, просто вынужден делать это экономически эффективно. Поэтому, собственно, он является и драйвером роста этой сферы. И здесь наша задача – открыть вот эту вот громадную, можно сказать, по своим размерам нишу,